Милостивые господа и дамы, с вами маэстро граммофон. Сегодня в центре нашего внимания необычный граммофон, созданный инженером Ребиковым. Ну а наши гости Леонид Осипович Утесов и дочь его Эдит Утесова. Звучит песенка «Пара гнедых», которая была записана в 1940 году. Не забываем подписываться на канал. Всего вам хорошего. Пара гнедых, запряженных зарею, тощих, голодных и жалких на вид, тихо плететесь вы мелкой рысцою, вечно куда-то ваш кучер спешит. Были когда-то и вы рысаками, и кучеров вы имели лихих. Ваша хозяйка состарилась с вами, пара гнедых, пара гнедых. Грек из Одессы, еврей из Варшавы, юный корнет и седой генерал. Каждый искал в ней любви и забавы, и на груди у нее засыпал. Где же вы теперь, какой новой богини? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Пара гнедых, пара гнедых. Тихо туманное утро в столице, по улице медленно дроги ползут, в гробе сосновом останки блудницы. Пара гнедых еле-еле везут. Кто ж провожает ее на кладбище? Нет у нее ни друзей, ни родных. Несколько только оборванных нищих. А пара гнедых, пара гнедых.